И она. Топ, жду тебя. Ой, топливо, топливо, надо полный бак. Так, все. Жду тебя. Ты появился, да? Во. Вот взлетай. Тут вот попробуй взлететь вообще просто. Ну, слетел. И сейчас попробуй, заметь, ты сильно так резко не поднимайся. Тут управление слегка уже другое. Почувствовал, что немного... Вот, просто повеляй управление. Чувствуешь, что немного по-другому все здесь? Ну, так сказать, сложнее. Самолете. А так вроде ничего особого не вижу. Маневрировать надо тоже сильнее. А тут гораздо сильнее маневрировать надо, чем от аркады. Вон, ты видишь меня догоняющий свет. Уже как я летаю. Я не вижу, где ты там летаешь. А, ну вот. В 2 километрах эти. Тут, особенно когда просто прямо летишь, болтает тебе из стороны в сторону. Ну вот, это исторически, тут сложнее все. Это просто не замечает. В бою ты там вообще ни прицелы, ни вот эта маячка. Давай к договору. Хотя даже я сейчас не могу тебя сбить. Потому что у тебя маневрение самолет будет. Я, конечно, не буду сбивать, буду попытаться. Хоть один попал? Нет. Эфиг был. Так, ладно. Теперь берем новый. И сейчас попробуем. А вообще надо взлетать, не торопясь. Разогнался до соточки и просто жди, пока он сам взлетит. Особенно это в реалистичном надо. Сразу не надо тянуть на себя. Ай, грузись быстрее. Фушка. Все. Вот просто до сотки и жди, пока он разгонится. Ну, можешь форсаж, чтобы он быстрее разогнался, и все. Да-да-да-да-да-да-да. Попал. Я специально подставился. Только меня не сбей, сейчас пока я взлетаю. А, нет, нет, я... Почему я отремонтироваться не могу? Нет, не надо! Вот я вообще спикировал. Если что, попробуй вообще сесть на аэродром. Ты ни разу не садился. Сейчас заново только развернись, я слишком большой угол. Скорость день, что было 100, ну, СПД. И потихоньку снижаться. Нет! Алло! О! Мягкая посадка! Поддерживайте же, чтобы закинуть самолет. Стой, у тебя ты можешь ремонтироваться в нижнем левом углу, есть что-нибудь? Нет. А вы в какой режим играете? В полигон просто. А, вас отремонтируют через минуту. А случаем не в реалистичные бои? В историческом. Он просто пробует. Я ему дал попробую. Исторический. Давай. Сейчас последний. Я пока схожу, вы там бой гоняете. Меня уже запрессовали. Сейчас я тоже летаю. Вместе. А ты куда, Валер, ходил? В туалет, что ли? Не угадал. Да, он красит здесь писюсь. Продолжал делать. В этом есть своя доля правды. Пошёл, подожди меня, дай догоним. Куда так? Я не такой маневренный, как ты. За что? Попал. Есть такой. Ай. А вот давай попробуй просто в меня попасть. Ай, я сейчас буду обычно маневрировать. Просто за мной хвост так летишь, и я... Не разбейся. Хочу флот. Дай тебе флот. Еще ни разу не попал. Это без прицела пробуй. Ой, я еще разогнал. Ай-яй-яй! Ничего себе!
Вот теперь давай. Сейчас я буду уже посильнее маневрировать. Попадаешь, молодец, прицел неплохой. Это при этом без кружка, да? Да. Ну, вообще, что ты? Молодец. Ну, я только эта хрень крестит и все. Ну, это так оно и есть. Ну, это мы на маленьких скоростях, это... идут легко. Ты, кстати, мне уже крыло правое прогорело. Ааа, мой хвост! Ого, смотри, о. Нет, нет, я жив, я жив. Это было круто. О, я знаю, что я сделал. А, нет, нет. Нет, я должен успеть сесть. У меня все крылья изрешетил. Нет, правое крыло вообще в хлам. Нет! Сел. Отстрелять-то могу. Я тоже. У тебя ремонт самолет подлежит? Вас отремонтируют через 2 минуты. А я вообще не могу. Может, у меня критические повреждения. Ну вот, неплохо. Ну так-то неплохо. В историческом смысле. Валер, может смело с Пашей идти в исторический? Слетайте один бой. А ты куда? Я сейчас до магаза, вы как раз слетаете. А можно, хули. Паш, ты уже рестнулся? Нет. А, ты вышел?